Информационные стенды возле жилых домов сегодня как никогда в центре внимания. Каждый житель может изучить список всех расположенных поблизости аптек, где продают маски, и приобрести эти изделия, не отходя далеко от дома. В Химках одноразовую маску можно купить в пределах от 29 до 50 рублей, в зависимости от торговой точки. Стоимость многоразовых изделий варьируется от 70 до 300 рублей. Самые бюджетные маски в государственных аптеках. Сейчас жители активно запасаются средствами защиты, но купить можно не более 20 в одни руки. Вот в эту зашла, есть. Других не знаю, пока не заходила. Я сегодня пришла в аптеку и купила на станции, а до этого их не было. Есть маски, но очень дорогие. Почем? По 40 рублей. Здесь 15 рублей. Здесь 15 рублей, а в других аптеках 40, 35-40. Поэтому стоимость масок, она, конечно, не та, которая должна быть в нашей ситуации. А 15 – это нормальная цена? 15 – нормальная цена. Помимо государственных аптек, маски можно приобрести и в некоторых магазинах. Правда, стоить они будут дороже. Но мониторинг показал, дефицита сейчас нет, а поставки стабильны. Например, в супермаркете около станции Химки предлагают маски на любой вкус. Масочка стоит 5 штук 149 рублей. Это вот такие масочки. А которая постоянная масочка, можно ее стирать. 149, одна масочка, они разные все по рисунку. Ну, то есть проблемы с поставщиками в этом смысле нет? Нет, у нас все это в продаже есть. Напомним, с 12 мая в Московской области вводят масочный режим. Индивидуальные средства защиты в обязательном порядке необходимо использовать в общественном транспорте, в магазинах и при посещении других объектов с массовым пребыванием людей.